Привет, мои хорошие, с вами Селена. На голове у меня закручены волосы. В общем, решила так сегодня. Они такие еще плохо закрученные, потому что я сейчас малого собираюсь отдать маме. На денек. А вечерком заберу мою кроху. Погода классная. Солнце особо вот уже сейчас начало появляться, а так не было такое ощущение, что, знаете, солнце садится уже, почти село, и такое красное освещение, хотя не вижу солнца. Вот, сейчас буду делать дела всякие, солярий, посылки забрать, в общем, продуктов кучу купить, ничего нет с приезда. В общем, оставайтесь со мной. Блин, так красиво свет падает. Чимой? Да ну не дерись ты, не дерись. Щекан. 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 Дэнь, к бабушке идем. У нас, кстати, одинаковые кроссовки хотела показать. Тынь-тынь. Тынь-тынь. Ура, борщик! Ах, ах. Так. Ты куда? Ух ты! А ну, покажи! Покажи машинку! Не, главное сейчас было у мамы, накрасила губы и думаю, гля, ну совсем другой вид. Ну чё я их с утра не накрасила? Аж приятно на себя смотреть. Все, сейчас еду, что мама задержалась, давно не виделись, поболтали. А сейчас еду... Короче, Фаберлик забирать, посылки, там много всего я заказала, и для малыша заказала. Вот, и потом едем в солярий, надо позагорать, красоту поддерживать, вот. А потом буду думать, что делать, вперед. Ну-ка, ну-ка, кто заметит, что изменилось, Да, юху, появились вот такие шикарные губы у меня. И еще несколько значков я заказала в Фаберлик. Я забрала посылочку свою, так что будем с вами разглядывать. Много чего интересного. Я в этот раз, знаете, сделала заказ, короче. Я сначала, когда мне что-то нравится, я в отдельном окне открываю. Потом, ну, то есть все просматриваю, а потом начинаю каждое окошко открывать и смотреть, что мне нужно, оставляю, что не нужно, закрываю. Ну, вот так выбираю. И в итоге последнее, я еще там должна была 3 посылки себе. Кофту какую-то там, еще что-то. И в итоге я такая сделала заказ, а потом смотрю, открытые 3 окна остались. Я не заказала. Так что на следующий раз будет. Все, поехали дальше. Погода просто шикарная. Как говорила Кристина, что реально вот тут в Москве холод такая, знаете, вообще пасмурно, слякоть. А у нас в Ростове как будто лето. Кстати, спешу сказать, а то в прошлом влоге я разрекламировала этот солнечный рай и говорю, что там бесплатные стекини. Стекини там 10 рублей, а мне они были бесплатно, потому что я брала все время крем. И просто мне не говорили, что вот вам в подарок стекини. Я думала, что они бесплатные, всем сказала, дезинформировала. Может, кто-то из-за этого прям придет в солярий и скажет, как так? А Селена сказала, что здесь все бесплатно. Получается, нет. Видимо, стекини очень дорогие, и за них нужно брать отдельную денежку. Как же я соскучилась за песнями и плясками за рулем, просто невозможно, честно говоря. Погода огонь, мне жарко даже. Вот у меня кофта здесь такая, с разрезами вот здесь, ну вообще раздетая, как бы вот, видите, голые плечи, и мне жарко, жара. Да, я фикс прайс, не хотела сюда заходить. И чё, Хэллоуин этот, блин, так не люблю этот праздник, вот когда все к Хэллоуину. Не знаю, нафиг оно надо, хламиться потом. Но есть прикольные какие-то штучки, которые малому можно взять, поиграть. Вот так мне говорят, что я все время все вот так показываю. Не знаю, привыкуха такая. Ладно, сейчас посмотрю, что здесь есть. Если что-то будет прикольное брать не буду, покажу. Что это?
такой. Короче, как всегда, наклейки, порезы, всякие когти, фонарики, наклейки. Это стандарт с прошлого года, по-моему. Офигеть, в фикс-прайсе вот эти куклы. Им все больше и больше. Тут уже и шмотки им продаются, и сиденья отдельные вот к этим куклам. Короче, девчонки вообще счастливые. Маленькие девочки. Очень мало новиночек, но я кое-что взяла, и ничего. И у меня еще будет по дороге один фикс-прайс. Вы же помните как? Нужно в разные фикс-прайсы походить. И тогда обязательно мы что-нибудь найдем интересное. Ой. Фух, так, все, я поснимала кое-какие видео. Сейчас я побегу за малышом, пока еще не совсем темно на улице. Заберу его и еще с ним сниму пару видосов, чтобы он был уже при мне. Так что я побежала за малым. У него рожица такая. И что, куда нажимай? Все, уже работает. А, нажимать надо, не надо? Это видео? Да. День. Да он еще не проснулся. Да. Ля, такая загоревшая вообще. Солярис ходил. Да. Ты еще не проснулся, за дымочка мне залетел. Да. Ням-ням. Гуся, смотри, тут чуть-чуть осталось. Да. Ам? Ам? Чуть-чуть. Ой, молодец какой. Такая музыка классная. Что-то мы совсем толком не погуляли, так что по дороге домой мы пришли на нашу... На наше любимое место, где мы тут гуляем. Кстати, такое милое вот мне ощущение. Здесь, кстати, очень много детей еще гуляют. Время... Ну, как очень много, ну вы поняли, да? Нормально детей гуляет. Ну, человек, сейчас посчитаю. Скоро ты будешь на велик гонять, Дэнь? Дэнь. Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть детей вижу уже, семь, восемь, ой, а там еще куча детей на этом, на коляске, фу, на коляске, на качелях. Данька так смотрит на все велосипеды эти. Гусинка, ты будешь гулять? Пойдем. Собачка убежала наша. Давай погуляем, будем крепче спать потом. Нам еще с тобой пару видео надо снять. Пойдем, Дэнь, дай ручку. Вот руку не дает. Сразу на руки бросишься. Не надо на руки, за. Подожди, давай ручку, пойдем. Пойдем. Гуляем. Всем привет. Мы собираемся, вот малому одела костюмчик этот от Фаберлик. Мне очень нравится, кстати, вообще прям, ну, классное качество. И вот, милашка ты такой, да? Сейчас одела под низ маечку, сверху вот эту длинную. Под брюки не стало ничего, у нас 15 градусов, 16. Мне кажется, он запарится просто. Я так все время в машине возьму с собой куртку, одену шапку сверху, кроссовки. А... С собой возьму эти еще штаны теплые. Если вдруг похолодает, а нам захочется по улице погулять, то я тебя переодену. Красавчик какой. Красава! Пошли дела делать. Ой, а ничего, мне так цвет этот коричневый. Вообще, я хотела темнее накрасить цвет. Но так тоже ничего. И я в последнее время забываю красить ресницы. Вот просто тени накрасила, а ресницы забыла. Мне же срочно нужны нарощенные ресницы. Так, малышня моя спит, сейчас я его тихонечко переложу в колясочку. Мы сейчас зайдем в один магазин, в другой, там Глория, Лаш, что еще надо, в Аша надо зайти, взять тоже кое-что, там памперсы уже закончились. Ну, я, кстати, такая молодец, приехала, думаю, блин, сейчас, наверное, ни памперсов, ни еды нету. Нифига, у меня большая банка смеси, каши, всякие вкусняшки лежат его, думаю, какая молодец, что позаботилась. Пачка памперсов, думаю, гля. И то есть нам не нужно было сразу же после поездки выбегать куда-то. Дома еще остались денечек, все было вообще. Ну, мама позаботилась обо мне, чтобы я что-то ела. Ей большое спасибо. Так, ну все, бегим, бегим, бегим. К
кстати, отправила девочкам по ссылочке вот с Lady Collection с конкурса вот сегодня. Просто забыла даже, представляете, я не знаю, каким чудом я вспомнила, что нужно отправить по ссылке. Ну ничего, на 2 дня, я им говорила, во вторник отправлю, получилось, что отправила в пятницу, 3 дня. Ну ничего страшного, надо будет им написать. Я обычно не пишу эти трек-номера, а потом даже девчонки, которые получают подарки, даже не пишут ничего, получили там или еще что-то. Может, оно застряло где-то. Я же переживаю, девчонки, получаете, когда свои выигрыши, пожалуйста, отпишите, что вы получили, все хорошо, как бы, потому что оно может где-то застрять, нужно же тогда вызволять. А подумайте вдруг, что я не отправила или еще что-то. 7 отправила. Казань, Краснодар и... еще какой-то город. Забыла. Ой, память моя. Зашли мы в Глорию, кстати. Очень много меня спрашивали, где я брала кофточку. Ну, как бы я ее брала не в Глории, но очень похожая. Видите? Она даже еще теплее здесь, как шубка сделана. Так что зайдите в Глорию, посмотрите, кому интересно. Но у меня она более легкая вообще, там, как кофточка. Дэнни, иди сюда. Двери открылись, закрылись. Дэнь! Ну, отходи от дверей. Ну все, пришли мы домой. Устала. У меня был целый список дел, но я половину не сделала вообще из списка. Время быстро бежит, пробки, и, в общем-то, ничего не успеваешь толком. Но кое-что сделала, купила кое-что, и все это буду показывать вам в покупках уже, чтобы вот отдельно вот это вот не снимать. Отдельное видео будет. Вот. Ну и встреча скоро. Увидимся. Все, мои хорошие, я думаю, что этот влог надо заканчивать, чтобы не делать их слишком большими, опять же. Будут скоро отдельные видео разные. Мы там с вами и поболтаем, и вопросы-ответы. Так что увидимся в следующем видео. С вами была я, Селена Свей. Подписка, лайк, кто в первый раз. Нет, лайк, кто постоянно и кто в первый раз. А подписка, кто только в первый раз. Все, целую.